Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спорт саласы Қазақстанның 2020-2030 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында айқындалған мемлекеттік саясаттың бағыттары бойынша даму үстінде. Сонымен қатар, үкіметтің мемлекеттік және салалық бағдарламаларына, соның ішінде саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында қабылданған Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамыту бағдарламасына сәйкес дамып келеді. Спорт саласында мемлекеттік саясаттың басымдығы бұқаралық спортты тиісті деңгейде дамыту үшін жағдайлар жасау болып табылады. Бұқаралық спорттың дамуы қазақстандықтардың салауатты өмір салтының даму негізі. Бұл ретте балалар мен жасөспірімдер спорттың дамуы маңызды рөл атқарады. Себебі бұқаралық спорт пен жоғары жетістіктер спорттың дамуы, соның ішінде әлемдік спорт арасында өнер көрсету осыған тікелей байланысты. Для выполнения поставленных задач агентством совместно с акиматами и другими заинтересованными органами принимаются меры по расширению сети детских дворовых клубов и спортивных секций в организациях образования, созданию в каждой школе спортивного клуба. Организованы соревнования школьных лиг по популярным у детей видам спорта. В настоящее время агентством совместно с Министерством образования и науки ведется работа по объединению школьных лиг с проектом школьной спартакиады «Барсиада», стартовавшего по инициативе группы депутатов с начала этого года. Особого внимания заслуживает студенческий спорт. Опыт развитых западных стран свидетельствует о том, что именно из университетских команд приходят на стадионы новые звезды Олимпиады и кумиры болельщиков. В этой связи агентство ведет совместную работу с Министерством образования и науки по развитию сети спортивных клубов в вузах и колледжах страны в рамках активизации деятельности физкультурно-оздоровительного объединения «Сункар» по проведению соревнований студенческих лиг. Это будет способствовать дальнейшей популяризации спорта среди студенчества, развитию инфраструктуры спорта и внедрению системы волонтерства, что особенно важно в канун подготовки к 28-й зимней универсиаде 2017 года в Алмате. Касательно вопросов развития массового спорта, хотелось бы отметить, что из года в год растет количество проводимых спортивно-массовых мероприятий. В регионах стали уделять больше внимания созданию условий для организации спортивного досуга по месту жительства. К примеру, если в 2011 году было организовано порядка 17 тысяч спортивно-массовых мероприятий, то уже в 2012 году их было проведено свыше 18 тысяч с участием более 3 миллионов 600 тысяч человек. Охват граждан Республики Казахстан, занимающихся физической культурой и спортом, составил 21,6%. Динамично развиваются и неолимпийские виды спорта. Спортсмены Казахстана принимали участие в основных значимых международных соревнованиях. Всего в 2012 году по этим видам спорта завоевано 316 медалей различного достоинства. Постепенно наращивают темпы роста и спортсмены-инвалиды. На Паралимпийских играх в Лондоне 3 спортсмена Казахстана вошли в первую десятку. Всего на международных соревнованиях спортсменами с ограниченными физическими возможностями завоевано 53 медали. Ускоренно развиваются и национальные виды спорта. В 2012 году завоевано 226 медалей различного достоинства. Благодаря поддержке президента страны отрасль физической культуры и спорта динамично развивается, о чем свидетельствуют итоги участия национальной сборной на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Впервые на международной спортивной арене спортсменами нашей страны завоевано 7 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей. Общее количество завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах приблизилось к 1000. Во исполнение поручения президента страны, данных в статье «20 шагов к обществу всеобщего труда», с 1 июля совместно с Министерством культуры и информации запущен отдельный спортивный телеканал «КАЗ-спорт». Уважаемый Серик Нурмеч, наряду с достижениями позвольте остановиться и на проблемах отрасли физической культуры и спорта. Согласно данным Министерства образования и науки, доля школьников, охваченных спортивными секциями в 2012 году, составила 27%. При этом в мировой практике спортивными секциями охвачены более 80% школьников. Постановлением правительства о системе оплаты труда гражданских служащих за ведение внеурочных спортивных занятий в школах предусмотрена доплата в размере 45% от базового должностного оклада. Однако проведенный анализ показал, что данная доплата, которая составляет чуть более 7 тысяч тенге в месяц, производится лишь в 45% организации образования, что существенно снижает потенциал развития массового спорта среди школьников и не стимулирует учителей физкультуры к организации и проведению внеурочных занятий. К примеру, в Канаде учитель физкультуры за проведение внеурочных занятий
получает зарплату, которая напрямую зависит от количества занимающихся школьников. В этой связи необходимо довести доплаты учителям физкультуры за ведение внеурочных спортивных секций с 45% до 100% от БДО, а также обеспечить их вышеуказанной доплатой. Также сегодня существует еще одна проблема, ограничивающая физическую активность школьников. Это сокращение уроков физкультуры в школах до 2 часов в неделю. Согласно утвержденным Министерством образования и науки в конце прошлого года типовым учебным планам. Хочу также отметить, что данное сокращение не соответствует и международной практике, где на физическую активность школьников выделяется от 3 до 6 часов в неделю. Сокращение 3-часовых занятий уже по итогам предстоящего учебного года скажется на снижении показателей физического развития подрастающего поколения, что приведет к значительному ухудшению их здоровья. Неудивительно, что каждым годом сокращается количество учащихся, успешно сдающих нормативы президентских тестов по физподготовке. В 2012 году из 613 тысяч учеников, принявших участие в президентских тестах, успешно сдали только 3%, на хорошо чуть более 10%, а остальные не сдали вовсе. В дальнейшем при прохождении медкомиссии и военкоматов все те же 7 из 10 призывников признаются негодными к службе в нашей армии. В настоящее время агентством в целях популяризации президентских тестов вводятся изменения в нормативы и порядок их сдачи. До конца следующего учебного года планируется апробировать предлагаемые нормативы в школах и утвердить их по результатам сдачи школьниками. Кроме этого, как показал анализ, из более чем 7 тысяч общеобразовательных школ только 5,5 тысяч имеют собственные спортзалы. Более того, их материально-техническая оснащенность не соответствует требованиям необходимого уровня учебного процесса. Не хватает спортивного оборудования, особенно в сельских школах, где зачастую отсутствует элементарный спортивный инвентарь. Это показал анализ материально-технической оснащенности школьных организаций спортивным инвентарем и оборудованием согласно приказу министра образования и науки, проведенный в сентябре агентством совместно с местными исполнительными органами. Так, оснащенность школ составляет в среднем около 40%. При этом в 3 областях уровень обеспеченности выше среднего, в 7 областях ниже среднего, а в 3 он критичный. Данное положение не позволяет полностью обеспечить проведение обязательных уроков по физвоспитанию, не говоря уже о работе внеурочных спортивных секций и создании детско-юношеских клубов физподготовки. Между тем, отсутствие организованного спортивного досуга, малоподвижный образ жизни влияют на рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, сколиоза и ожирения среди детей и подростков, не говоря уже об их подверженности наркомании, подростковой преступности и другим негативным проявлениям сегодняшнего дня. Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями в развитии, число которых по итогам 2012 года составило более 150 тысяч и имеет устойчивую тенденцию роста. Сегодня медгруппы по состоянию здоровья или так называемые группы здоровья посещают лишь 20 тысяч школьников с ограниченными возможностями. Между тем, занятия в данных группах должны вести учителя со специальным образованием, которых в настоящее время не готовит ни один вуз страны. В Казахстане не развивается адаптивная физкультура. Не могу не сказать о спортивном резерве страны. Здесь особое место отводится детско-юношеским спортшколам, которые являются первой ступенью в системе подготовки спортсменов высокого класса. Цели и задачи ЮСШ – это не только подготовка спортрезерва, повышение спортивного мастерства юных атлетов, но и развитие массового спорта. В республике по итогам 2012 года действуют 418 ЮСШ, в которых занимаются более 265 тысяч детей и подростков. Вместе с тем остается ряд проблем, не находящих своего решения. В регионах не развивается сеть ЮСШ, их количество остается на одном и том же уровне уже 3-й год подряд. На сегодняшний день мы еще не достигли уровня 91-го года. Это говорит о том, что на местном уровне задача по расширению сети ЮСШ не выполняется. Также существует острая нехватка спортивных баз. Вместе с тем, в стратегии развития Казахстана до 2020 года главой государства поставлена задача к 2020 году обеспечить рост охвата граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 30%. Одним из путей решения данного вопроса является обеспечение инструкторами по спорту, инструкторами-методистами спортивных сооружений, районных отделов физкультуры и спорта, а также сельских округов. В послании народу Казахстана стратегия «Казахстан 2050. Новый политический курс состоявшегося государства» президент нашей страны отметил: «Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации». Хочу особо подчеркнуть,
что сегодня не стоит вопрос обеспечения доступности спортсооружений. На первый план выносятся вопросы перезагруженности имеющихся спортзалов с учетом роста числа желающих заниматься физической культурой и спортом. Серик Нигмеч, далеко ходить не надо. В этом зале сидят люди, которые хотят заниматься спортом, а свободных мест в спортивных залах нету. Звонят в акиматы, звонят к нам с просьбой предоставить спортзалы, но всех желающих обеспечить возможности никакой нету у нас. Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста инфраструктуры спорта, все еще остается недостаточным количество спортсооружений по республике, инвентаря и оборудования в учебных заведениях, по месту жительства, в местах массового отдыха, особенно в сельской местности и на предприятиях. Сегодня в стране около 500 тысяч инвалидов, из них 200 тысяч имеют показания к занятиям физической культурой и спортом, однако из-за отсутствия необходимой спортивной инфраструктуры они не имеют такой возможности. Из-за низкого охвата населения массовой физкультурой, слабого развития детско-юношеского спорта, недостаточного материально-технического, кадрового и финансового обеспечения проводимых мероприятий, на сегодняшний день отрасль физической культуры и массового спорта развивается не на достаточном уровне. В настоящее время совместно с акиматами областей прорабатываются вопросы строительства в районах, городах, в областях и в крупных сельских округах типовых физкультурно-оздоровительных комплексов. Как за счет местных бюджетов и инвестиций, так и с возможностью софинансирования 70% из республиканского бюджета и 30% за счет местного, с обязательным предоставлением ими земельного участка и подводом необходимых инженерных коммуникаций. Готовность и заявки акиматов областей имеются. С учетом ввода в действие закона о концессиях, агентством проводится работа по привлечению потенциальных инвесторов для строительства ФОКов в рамках ГЧП. Прошу вас, Серик Нигмеч, дать поручение о начале этой работы и в регионах. Данные ФОКи, кроме оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями, будут использоваться школами, в которых нет спортзалов или их не хватает. Также для решения данного вопроса агентством инициируется проект по созданию завода по производству модулей для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, а также производство спортинвентаря и оборудования с их включением в государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития. В настоящее время агентством разработан проект закона о физкультуре и спорте в новой редакции, который проходит процедуру согласования в госорганах. Проект разработан с учетом международной практики и охватывает все аспекты отрасли физической культуры и спорта. Пользуясь случаем, хочу просить коллег о скорейшем согласовании данного законопроекта. Предлагаемые агентством меры позволят к 2020 году обеспечить рост охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 30%, долю студентов до 40%, а долю школьников, занимающихся спортивных секций, до 35,5%, и тем самым выполнить поручение главы государства. В этой связи, уважаемый Серик Нигмеч, прошу вас поддержать вышеизложенные предложения агентства. Завершая свое выступление, хочу отметить, что сегодня спорт – это не только победа на спортивной арене, а также важнейшая составляющая часть борьбы с бедностью, болезнями и преступностью. Спорт – не развлечение и не досуг граждан. Это прежде всего важнейший фактор повышения качества и продолжительности жизни каждого казахстанца и в целом конкурентоспособности нации. И в этом плане развитие массового спорта и физической культуры является нашей общей, общенациональной задачей.